На взлетную, зона 2, 5000. Августа 2003 года. Париж, в Международную авиационную федерацию. 31 июля и 1 августа в районе города Ахтубинска на самолете МиГ-31 установлено 23 мировых рекорда. Прошу внести достижения в Международный реестр авиационных рекордов. Председатель Федерации авиационного спорта России. Кажется невероятным, но поставили эти рекорды российские пилоты из строевых частей на серийном перехватчике одного из полков противовоздушной обороны. Задача перехватчика какая? Обеспечить высоту и скорость полета, которые позволят сбить такую-то группу целей или цель, такую-то. Для этого требуется определенная высота, определенная скорость. Они расчетные, они не случайные величины, они не рекордные, не задуманные для рекорда. Этот самолет давно стал легендой среди российских летчиков, непревзойденной вершиной развития мировой авиации. Но имя его создателя, Константина Константиновича Васильченко, почти никому не известно. Я очень признателен, что военные из Ахтубинска согласились, значит, нашли время, нашли возможность, нашли деньги сделать полетов и получить какие-то цифры. Ну, цифры, конечно, можно существенно лучше получить. Конструктор создал настолько совершенный перехватчик, что за все время службы никто не решился вступить с ним в бой. Несмотря на то, что он уже 20 лет стоит на вооружении, лучше этого истребителя-перехватчика в мире не существует. Он летает быстрее и выше всех. Видит и поражает противника раньше, чем его успевают заметить. Невероятно, но этот истребитель был способен видеть стелс еще задолго до появления первого самолета-невидимки. И это только малая часть удивительных возможностей истребителя-перехватчика МиГ-31. И сегодня мы впервые расскажем таинственную историю его создания. Ослепительный МиГ. Тысячи москвичей и гостей столицы наблюдали на Тушинском аэродроме традиционный воздушный парад. Его открыли самолеты-знаменосцы. 1955 год. 18 августа на авиапараде в Тушино продемонстрированы первые советские реактивные бомбардировщики. Скрывшись из виду, самолеты разворачивались и вновь пролетали над аэродромом. Создавалось впечатление, что Советский Союз построил армады бомбардировщиков. 19 августа 1955 года. Москва, Кремль. Первому секретарю ЦК КПСС совершенно секретно. Вчера на авиапараде в Тушино Комитетом государственной безопасности совместно с командованием ВВС проведена операция «Карусель». Перехваченные донесения военных атташе стран НАТО свидетельствуют о том, что результаты операции превзошли все ожидания. Председатель Комитета государственной безопасности. Операция «Карусель» по устрашению Запада была блефом. Вскоре авиационные программы закроют, уникальные экспериментальные самолеты разрежут на металл. Хрущев сделал ставку на ракеты. Самолет МиГ-21. На него вешались здоровенные две пороховые бочки. Он стоял грузовик, на нем направляющие. Он садился пилот, включал, запускал двигатели, включал пороховики и выстреливался с этого. Вот это Хрущев смотрел это дело. Это показуха была, это специально для них делали. Операция «Карусель» привела руководство США в смятение. Казалось, в небе Америки вот-вот появятся армады советских бомбардировщиков.
В ответ США срочно разворачивают программу «Архангел» по созданию высотных сверхзвуковых перехватчиков. Но для уверенного перехвата целей необходимо было превзойти скорость звука в 3 раза. На пути исследователей встал тепловой барьер. На больших скоростях трение воздуха разогревало самолет до температуры 400 градусов. Любые конструкционные металлы теряли прочность. Не разрушался только титан. Технологии постройки титанового самолета по цене и сложности не уступали космическим. 26 февраля 1964 года. Москва, начальнику главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР. Сегодня на пресс-конференции президент США Линдон Джонсон представил новый самолет необычного внешнего вида. По всей видимости, речь идет о сверхзвуковом высотном истребителе, разработанном по программе «Архангел». Даже учитывая, что приведенные президентом сведения заведомо неточны, характеристики самолета все равно являются уникальными. Военный атташе посольства СССР в Вашингтоне. Америка ликовала, но в Пентагоне не испытывали особой радости. Представленный публике самолет был слишком неповоротлив для истребителя. К этому времени секрет советской операции «Карусель» был раскрыт, и новый самолет казался ненужным до поры, пока уникальной машиной не заинтересовалась ЦРУ. Вскоре самолеты, названные SR-71 Blackbird, появились в воздушном пространстве Советского Союза. Они вели разведку на недосягаемой для советских ПВО высоте. Американский Blackbird, черный дрозд, был не только хорошим разведчиком, но и важным козырем в идеологической борьбе между СССР и США. Так 1 мая 1965 года специально, чтобы испортить советские майские праздники, американское правительство объявило о достижении рекордной высоты и преодолении тройной скорости звука на самолете Blackbird. Но испортить 1 мая не удалось, потому что еще в марте наши авиастроители доложили Брежневу об установлении сразу 3 мировых рекордов скорости на новом суперсамолете Е-266. Проведя свои эксперименты со сверхзвуком, советские ученые выяснили, что если установить предел скорости самолета несколько ниже 3 скоростей звука, то сравнительно дешевая нержавеющая сталь не теряет прочности. Генеральный конструктор КБ Артем Микоян предложил построить стальную машину. Общее руководство осуществлял Михаил Гуревич. Это был последний самолет, созданный при личном участии 2 всемирно известных конструкторов МиГ. Почти все в этом самолете было впервые. Впервые в истории авиации для построения стального самолета применили сварку. Конструкция получилась столь прочной, что отказались от топливных баков. Горючее заливали в особые полости в фюзеляже, в крыльях, даже в вертикальном хвостовом оперении. Пусть всегда будет чистым наше небо под немеркнущим солнцем Великого Октября. . 1967 год. 9 июня в аэропорту Домодедово прошел грандиозный авиационный парад. Это был уже не обман в духе операции «Карусель», но демонстрация возрожденной военно-воздушной мощи страны. Сенсацией парада стал финальный пролет 4 самолетов необычного внешнего вида. Это были МиГ-25. Под таким обозначением стал на вооружении Е-266. Через 1.5 года самолеты появились в частях ПВО. Залетать в воздушное пространство СССР американские «Блэкберды» теперь не решались. Начало 70-х – время триумфа конструкторского бюро «МиГ». Когда я работал там, я еще и занимался вот в школе летчиков-испытателей, рассказывал по методикам летных испытаний, и вот учил, в том числе и студентам или слушателям, как тогда были летчики, которых приглашали. Вот был и Федотов. И я принимал участие, так сказать, в том, что он попал к нам на фирму. Именно летчик-испытатель КБ Микояна Александр Васильевич Федотов установит большинство абсолютных мировых рекордов высоты и скорости. Приемом «Динамический выход» он поднял свой МиГ-25 на немыслимую для самолета высоту – 37 километров 630 метров. Почти космическое пространство. До сих пор никто на самолете не поднялся выше.
Динамический выход, он из себя представляет прежде всего то, что происходит разгон на оптимальной высоте. И далее выполняется горка с потерей скорости. А потеря скорости, соответственно, ну, она до минимальной. То есть, чем мы больше потеряем скорость, тем выше будет, больше будет достигнута высота. Хотя советская авиация была на подъеме, на пороге 70-х годов ей был брошен новый вызов. Американцы принимают на вооружение систему «АВАКС» — летающий штаб управления действиями авиации с мощной радарной станцией на борту. Развернута программа по созданию самолета-невидимки «Стелс». Возрождена идея строительства сверхзвукового бомбардировщика. Появились летящие на предельно малой высоте крылатые ракеты. Военное руководство, зная, что самый короткий путь нападения со стороны Ледовитого океана, значит, естественно, принимало меры для того, чтобы создавать такие машины, которые могли бы на дальних рубежах, на больших высотах, в любую погоду уничтожать воздушного противника. А противника мы знали, противник сложный. Конструкторы размышляют, создавать для каждого класса целей особый перехватчик или построить аналогичные системы. В гонке идей надо быть лидером, создавать нечто принципиально новое. Оригинальную концепцию выдвинул Глеб Лозина-Лозинский. Разработать на основе МиГ-25 комплекс из командного пункта и радарной станции. Новаторские идеи еще не успели обрести реальные черты, как Лозина-Лозинскому поручили разработку программы «Буран». Так, в 75-м году, в феврале, по-моему, месяц, я приступил к этой работе. И сразу понял, что очень большой объем работы еще предстоит сделать за те возможности по времени, которые нам предоставились. Конструкторская мысль идет дальше. Васильченко хочет научить самолет обнаруживать и сбивать все классы целей. И летящие низко над землей, и в космическом пространстве. Время подтвердит необходимость создания именно такого самолета. А пока в истории советской авиации наступил черный день.